Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Черняева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. В последние выходные лета 27 и 28 августа в Самаре состоится 6-й международный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь». Он традиционно пройдет в Струковском саду. В «Пластилиновом дожде» примут участие более 50 коллективов из Самары и других городов нашей страны, Европы, Южной Америки и даже Австралии. Среди участников – отечественные коллективы, арт-банда из Уфы, странствующие куклы господина Пежо из Санкт-Петербурга, Архангельский молодежный театр, а также гости из Австралии, Чили, Испании, Франции. Открытие фестиваля в субботу 14:00. Далее можно просто не покидать Струковский сад и погрузиться в атмосферу невероятного веселья, шоу-программ, театрального и музыкального безумства, огненных представлений и мастер-классов. 27 августа в Рождественно состоится первый в Самарской области фестиваль сыра, на котором каждый сможет принять участие в мастер-классах по сыроварению, конкурсах народной дегустации «Король сыров» и сырная ярмарка. Также вас ожидает военно-историческая реконструкция «Битва при Рождественно» и «Взятие Самары» в 1773 году. Организаторы приготовили массу интересного, скучать точно не придется. Начало программы в Рождественно в 11:00. Сбор всех желающих на экскурсию с проводником и фотографом в 8:30 на речном вокзале. В Самаре и Новокуйбышевске бесплатно покажут фильмы в рамках всероссийской акции «Ночь кино». Новинки российского кинопроката порадуют и взрослых, и детей. Заявлены такие фильмы, как «Легенда номер 17» Николая Лебедева, «Батальон» Дмитрия Мисхиева и анимация «Смешарики. Легенда о золотом драконе» Дениса Чернова. Фильмы бесплатно, можно будет посмотреть на свежем воздухе. В Новокуйбышевске это летний театр Парка Победы, а в Самаре кинотеатр под открытым небом «Филин» возле ладьи. Сеансы начнутся в 18:00 и закончатся в полночь. «Ночь кино», 27 августа. Приятного просмотра! Поселку Управленческий 100 лет. В честь такой даты готовится масштабный праздник. Площадь перед Домом культуры «Чайка», стадион «Чайка», цветочная композиция «Рояль», зеленая пешеходная зона на улице Сергея Лазо. Именно здесь развернутся интересные площадки для всех жителей поселка. Квесты для детей, выступления музыкальных коллективов, духовой оркестр, парад детских колясок, бардовские песни, шахматные турниры. И это далеко не вся программа. В 22:00 над Управленческим грянет салют. С праздником! На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!